Вот машинка вымыта, высохла. Вот такие вещи, резиночки. Я всегда беру, обклеиваю, чтобы меньше мучиться с тем, чтобы потом все вот это отмывать от полироля. Проще потратить там полчаса на обклейку всех этих резинок и щелей, чем потом все это долго и нудно выковыривать оттуда полироль. Занимает немножко времени, и потом, как говорится, гораздо проще все это будет вымывать. Вот такие вот несложные манипуляции произведены, чтобы потом полегче было. Продолжаем. Вот он, полировальничек. Начнем по порядку. Вот я купил губочки. Это жесткая, это средняя, ну это, естественно, мягкая. Вот, плюс к ним аппликаторы, чтобы не переставлять, не снимать. Вот она губочка Тризак 3000 с водичкой. Забивать рисочку. Вот. Пользуюсь полиролями я минцерновскими и защита от голограммы Avation Superface. Вот. Это первый номер Мензерна. Фамилия у нее ФГ-400. Вот она, абразивность максимальная. Вот он, средняя абразивность Мензерна Intensive Polish. И третий номер полирольки. Вот абразивность минимальная у нее. Называется Sealing Wax. Вот такая вот финишная. Очень хорошая полиролька, собственно. Вот и все. Чем мы будем пользоваться в работе. Ну что, вперед. Еще одна мелочь. С крыши машинка, в общем-то, не очень высокая, но с крышей работать как бы не очень удобно. Есть вот такая мелочь. Берешь, спускаешь колесики. Вот. И этим мы добиваемся того, что машинка с машинкой становится работать удобно. Она стала по высоте на 7,5 сантиметров ниже. Меня это устраивает. Продолжаем. Вот машинка Rupes Tryzak. Водичку я беру вот такую, чтобы там ни песочка, ничего не было, чтобы там не заморачиваться. То, что попадет одна песчинка, будет риск. А вот она, брызгалка обыкновенная. Начинаем. Ну вот, срезано где-то 1,5-2 сотки. Вот, какие царапинки не спрятались, я не виноват. Вот. А вот эта часть еще как бы не зачищенная. Срезается Тризаком немножечко лака. Потом будем полировать. Ладно, продолжаем дальше. Ну вот, зашкурили Тризаком всю крышу. Теперь можно попытаться полировать первым номером. Вот, губочка у нас совершенно новенькая. Вот, жесткая. И полирольчик вот такой ФГ-140 мензерновский. Вот. Вот шкала абразивности. Начинаем.